В Ульяновской области продолжается сезон образовательной программы «Лига школьного предпринимательства». В этом году в Лиге принимает участие более 300 ребят 8-11 классов. Школьники учат основы предпринимательства, проходят тренинги и встречаются с опытными предпринимателями. Победительница сезона 2020 Владислава Клочкова за время обучения научилась выступать на публике, работать в команде. Вместе с командой она создала бизнес-план кафе. И мы решили делать проект по созданию кафе. Выбрали тему Гарри Поттера, потому что мы подумали, что в Ульяновске у нас такого нету, не было, и мы решили сделать кафе. Там мы решили придумать 4 зоны, чтобы в этом кафе было, то есть как факультеты в этой школе. Интересная идея принесла ребятам из гимназии номер 34 первое место и сертификат на 100 тысяч рублей. По просьбе самих участников его потратили на обустройство учебного кабинета, закупили комфортную мебель. За первое место мы получили грант, в общем-то, здесь вот сертификат есть, и на который приобрели вот это. Было желание детей, то есть они занимались в этом кабинете, так, чтобы был мобильный кабинет, потому что вот одно дело парта, а здесь вот такие вот мобильные столы можно будет по-разному поставить, и желание было удовлетворено детей. Лига школьного предпринимательства позволяет молодежи развить навыки и умения, которые они впоследствии смогут применить в открытии своего дела. Эксперты рассказывают ребятам, с чего начинается бизнес, как найти идеи для стартапа и как правильно открыть предприятие. В этом году к проекту присоединились 35 школ. Каждая из них сформировала команду до 20 человек. За каждый закреплен учитель-наставник. Понимание о том, что ты можешь своей жизни, своими руками, еще раз повторюсь, вне зависимости ни от чего, не просто где-то пойти работать, а делать свой проект, свое дело сам, это, конечно, необходимо закладывать. Лигу проводят по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Его организатором выступает региональный центр «Мой бизнес». Кирилл Савосин, Даниил Сурков, УПРАВДА ТВ.